С Днем защитника Отечества ветеранов поздравили депутаты Народного собрания, члены фракции «Справедливая Россия». Праздник прошел в одном из ресторанов Махачкалы. Для участников войны организовали праздничный стол и подготовили музыкальную программу. Всем гостям были вручены подарочные наборы, денежное поощрение, открытки и цветы. Затем перед собравшимися с концертом выступили солисты ансамбля «Лезгинка».